Привет всем! Сегодня мы рассмотрим, как вяжется вот такой узор. Это узор плиссе. Смотрите, я вам показываю, как он смотрится. Данный узор можно применить в платьице, на юбочках, хоть на детских, хоть на взрослых. Довольно красиво смотрится, и в то же время этот узор, он не деформируется, то есть не растягивается. Так, сейчас я вам покажу, как он вяжется. Так, для образца будем набирать кратное 4 и плюс 2 кромочные петли. То есть кратное 4 это количество петель, которые делятся на 4. Объясняю, если кто не знает. Так, возьмем в данном случае 20 петель делится на 4 плюс 2 кромочные. Будем набирать 22 петли. Так, набираю я как обычным способом. Так, набираем 22 петли. Так, вот мы с вами набрали 22 петли для образца. Теперь вяжем первый ряд. Первый ряд, первую петлю снимаем, как обычно, это кромочная. Теперь вяжем 3 лицевых. Раз, два, три. Одна изнаночная. Теперь опять 3 лицевых. Раз, два, три. Одна изнаночная. Так и до конца вяжите. 3 лицевых, 1 изнаночная. И последнюю мы вяжем кромочную, тоже изнаночная. Вот мы провязали первый ряд. Переходим к вязанию второго ряда. В каждом четном ряду, то есть в каждом втором ряду, в четном, будете в начале ряда вязать. Одна кромочная петля будет сниматься и 2 лицевых. Это в каждом. В начале каждого второго ряда будете так делать. А потом будете повторять рисунок. Не забывайте. Первую мы снимаем. Теперь вяжем 2 лицевых. Это мы вяжем второй ряд. Теперь повторяем. То мы вязали в первом ряду 3 лицевых, 1 изнаночная. Теперь наоборот. 1 изнаночная, 3 лицевых. Теперь вяжем 1 изнаночная и 3 лицевых. Раз, два, три. Одна изнаночная, 3 лицевых. Раз, два, три. Изнаночная, 3 лицевых. Изнаночная, 3 лицевых. Изнаночная. Потом в конце ряда мы вяжем, в конце четного ряда, изнаночную мы одну провязали. Теперь 1 лицевая идет и последняя кромочная, 1 изнаночная. Так, вот мы провязали второй ряд. Теперь рисунок повторяете с первого ряда. Первую снимаете, теперь вяжите 3 лицевых, 1, 2, 3. Рисунок очень простой, но в то же время очень красиво смотрится. Плиссе очень красиво выходит. Так, одну изнаночную провязываю, теперь опять 1, 2, 3.
и 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная. То есть, как первым рядом мы вязали, 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная, так и вяжете. Вот, 3 лицевых. Получается, видите, что вот это как ребро будет в плиссе проходить. Вот видите, а тут одни лицевые. А здесь получается 1, 2, 3. Вот это ребрышко, получается, вторая петля везде будет лицевая. Вот сейчас 1, 2 лицевая, 3. Одна изнаночная. Опять вот это ребрышко идет. 1, 2, 3. Одна изнаночная и кромочная. Тоже последняя идет изнаночная. Так, мы провязали как первый ряд. Это третий ряд у нас был как первый ряд. Второй ряд повторяем. Как и второй ряд повторяем. Только не забывайте. В начале каждого второго ряда будете вязать 1 кромочная, 2 лицевых петли, а потом повторять рисунок 1 изнаночная и 3 лицевых. Вот, 1 кромочную мы сняли, теперь вяжите 2 лицевых. 1, 2. 1 изнаночная и 3 лицевых. 1, 2. 3. 1 изнаночная и 3 лицевых. 1, 2, 3. Изнаночная, 3 лицевых. 1, 2, 3. Изнаночная, 3 лицевых. 1, 2, 3. Изнаночная вяжете, потом 1 лицевая в конце и кромочная, последняя изнаночная. Вот мы провязали уже четвертый ряд, четный ряд, как второй. Теперь вяжем точно так, как мы вязали с первого ряда. То есть повторяется первый, второй ряд постоянно. Потом будем прибавлять петли, чтобы плиссе не ровно так шло, а расходилось немножко, вот так пошире к низу. Но сначала мы сейчас еще провяжем первый, второй ряд, а потом я вам покажу, как будем прибавлять петли. Так, вяжем как первый ряд. Опять одну снимаете кромочную, вяжете 3 лицевых. 1, 2, 3. 1 изнаночная, 3 лицевых, 1, 2, 3, 1 изнаночная, 1, 2, 3, 3 лицевых, 1 изнаночная, 1, 2, 3 лицевых, 1 изнаночная, 1, 2, 3 лицевых, 1 изнаночная идет и 1 кромочная, тоже изнаночная. Вот мы провязали опять нечетный ряд, как первый. Четные ряды мы провязываем, как мы провязывали. В начале каждого ряда четного мы вяжем, кромочная петля снимается и 2 лицевых, а потом по рисунку. То есть 1 изнаночная, 3 лицевых. И повторяется. Первый снимаем, 2 лицевых провязываем, 1, 2, и вяжем 1 изнаночная, вот мы ее тут вяжем изнаночная, наоборот уже как в первом было, тут как ребро получается, видите, с лицевых. И теперь вяжем 3 лицевых, 1, 2, 3, опять 1 изнаночная и 3 лицевых, 1, 2, 3, 1 изнаночная, 3 лицевых, 1, 2, 3, изнаночная, 3 лицевых, 1, 2,
3. Одна изнаночная, одна лицевая в конце провязывается, и кромочная последняя изнаночная. Вот мы провязали четный ряд. Переходим на лицевую сторону. Теперь я вам расскажу, как мы будем сейчас. Это, вот у нас получилось уже, видите, как плиссе идет. Вот, видите? Теперь я вам покажу, как мы будем добавлять петли для того, чтобы оно расширялось к низу. Прибавлять петли будем мы на одинаковом расстоянии перед и после лицевой каждой петли. Вот, будем добавлять мы петли. Вот лицевая идет, да? И мы будем добавлять, значит, вот перед ней и сзади нее. Тут вот лицевая идет, так по ребровой плесе. И все эти будете прибавления делать на расстоянии на одинаковом друг от друга. То есть, если вы начинаете прибавлять, посчитайте одна, сколько, допустим, если 15 сантиметров юбка будет или юбка платье будет, то вы должны через каждые 5 сантиметров, если 3 раза прибавляете, то прибавите через 5 сантиметров, чтобы оно одинаково было прибавление, красиво будет смотреться. Так, я вам сейчас показываю, как мы будем прибавлять петли. Первые снимаете, прибавлять будем петли. Вот идет у нас, вот идет лицевая, видите? Вот мы перед ней, после нее вот мы будем прибавлять. Я прибавляю таким образом петли. Я беру вот так за заднюю стенку раз и за переднюю тоже два. Вот и сняли, две петли мы прибавили. Получается, одну петлю прибавили, с одной две провязали. Теперь лицевая. И теперь опять точно так. Так, за задние. Раз и два. То есть с одной петли мы вывязали две петли. Вот мы прибавили. Тут у нас было 3 петли всего, а теперь 5 стало. Дальше идет изнаночная. Теперь опять вот мы дошли до этого. Видите, раз, два, три, этих 3 петли. Мы теперь опять прибавляем. Раз, с одной петли вывязываем 2, 2, теперь 1 лицевая опять же, и вот тут мы опять вывязываем с одной петли возле лицевой, и 2, то есть вяжем с одной петли 2, дальше идет изнаночная, опять, раз, с одной петли вывязали, и второй раз вывязываем 2 петли, получилось с одной, теперь лицевую провязываем просто. Теперь опять раз, два провязали, теперь изнаночная. Так, опять вяжем, раз, два. Так, и опять мы раз, два, одна изнаночная. Теперь одну изнаночную, тут 3 лицевыми мы должны вести, видите, вязать. Но мы сейчас будем добавлять по одной петле здесь и здесь. У нас выйдет теперь не 3, опять будет лицевые, поэтому оно будет как бы плесе, как бы как лёшки. Вот мы прибавляем 1. С одной петли. И вот сейчас второй петли. Теперь опять. Это третья у нас уже петля. Теперь вот опять раз с одной петли делаем. И еще раз. Тут получилось уже 5 петель с 3. Теперь идет изнаночная. И последняя кромочная тоже изнаночная. Вот мы теперь перешли на четный ряд. Теперь мы вяжем таким образом. Первый снимаете,
кромочную, вяжете 2 лицевые, раз, два, провязали 2 лицевые, так, и третью лицевую. Вот мы провязали, вот идет у нас с этой стороны лицевая, а тут изнаночная. Теперь вяжем 1 изнаночная и 5. Теперь у нас мы добавили по 2 петли, тогда с одной стороны одну и с другой. Теперь у нас получилось 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Вот у нас вышло уже 5 петель. Теперь 1 изнаночная у нас идет. Теперь дальше опять 5 петель. Уже не 3, а 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 изнаночная и 5 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Теперь опять 1 изнаночная и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали мы. Теперь 1 изнаночная, 1 лицевая. Так, 1 изнаночную. Подождите. Так, мы изнаночную. 1, 2, 3, 4, 5. 1 изнаночную провязали. Теперь 1 лицевая. Вторая лицевая и изнаночная, это кромочная. Так, вот мы провязали. Теперь переходим мы на счетный ряд. Первую снимаете. Теперь вяжете. Так. Лицевая. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали 5 лицевых. Теперь 1 изнаночная. 5. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 1 изнаночная. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 1 изнаночная. 1, 2, 3, 4, 5. 1 изнаночная. 1, 2, 3, 4, 5. 1 изнаночная и кромочная, изнаночная. И точно так будете вязать сейчас, вот как я вам сейчас показала. Еще провяжете рядов 5. Один мы провязали еще сейчас здесь. Рядов 5 также провяжете. 5 лицевых, 5, 1 изнаночная. 5 лицевых, 1 изнаночная. Тут было у нас 3 лицевых, 1 изнаночная, теперь идет 5 лицевых, 1 изнаночная. А потом я вам покажу, как мы будем точно так же добавлять, как мы добавляли петли, будет уже идти 7 лицевых, 1 изнаночная. Так, вяжите. Вот мы немного сейчас провязали. 5 лицевых и 1 изнаночную уже вязали. Здесь мы вязали 3 лицевых, 1 изнаночная, здесь уже 5 лицевых, 1 изнаночная. Сейчас будем вязать 7 лицевых, 1 изнаночная. То есть добавлять будем еще 2 петли по краям от лицевой. По 1 петли будем добавлять. Первую мы снимаем.
Перевяжем 1, 2 лицевой, 3. Так, 1 изнаночная. Теперь вот идет лицевая, видите, как ребро плесе. Теперь мы будем с этой стороны добавлять и с этой по одной петли. То есть с одной петли будем вывязывать 2, как мы и делали. Это мы просто провязываем 1 лицевая. А вот возле этой лицевой полоски лицевых мы будем вязать, как мы вязали. Вот с одной петли 1, за заднюю стенку и за переднюю 2. 2 петли вот получилось с одной. Теперь 1 лицевая. Теперь вот с этой петли возле этого ряда лицевых, полоски лицевых, мы вывязываем 2 лицевых. 1 за заднюю стенку и вторую петлю лицевой за переднюю стенку. А следующую мы вяжем просто лицевая. И у нас уже получилось, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевых уже, как я говорила. Теперь 1 изнаночная. И так будете продолжать. Продолжаем так вязать. Это мы просто вяжем лицевой. А здесь вяжем с этой петли 2. За заднюю стенку 1 лицевая. Теперь за переднюю 1 лицевая. Теперь просто лицевая здесь вяжется. Опять за заднюю лицевая. И за переднюю провязали. Здесь лицевая. Вот получилось у нас 7 лицевых опять. Теперь 1 изнаночная. Теперь вот опять вяжем 1 лицевая. Теперь с одной 2 лицевых делаем. Как в предыдущий раз я объясняла. Теперь лицевая, опять с одной делаем 2 лицевых за заднюю стенку, потом за переднюю. Так, и опять 1 лицевая, теперь 1 изнаночная. Так, теперь опять делаем, точно так вяжем. 1 лицевая, здесь с одной 2 вывязываем, теперь 1 опять лицевая. Теперь опять с одной 2 петли и 1 лицевая, то есть у нас получилось 7 петель уже. И здесь изнаночная, и здесь вяжете в конце 1, 2, 3, 2 лицевых, 1 изнаночная. Вот мы провязали, это мы сделали на лицевой стороне. Добавляем мы на лицевой стороне петли. Так, переворачиваем. Одну снимаете. Здесь вяжете лицевые. Так. Здесь изнаночная, то есть у нас уже получается по 7 лицевых и 1 изнаночная. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 1 изнаночная. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 1 изнаночная. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 изнаночная, 7 опять раз, 2 лицевая, 3, 4, 5, 6, 7, 1 изнаночная и 1 кромочная.
И точно так вяжете теперь 7 лицевых, 1 изнаночная. Рядов 5, 6. Рядов 6 провяжете. Вот мы провязали несколько рядов еще. Теперь вот вы видите, что у нас вышло. У нас вышла настоящая как бы юбка плиссе можно. Можно юбочку платьице точно так связать. Вот она объемная такая. Так можете продолжать. Здесь мы уже в конце начинали 3 лицевых, 1 изнаночная. Потом 5 лицевых, 1 изнаночная. 7 лицевых, 1 изнаночная. Можете так и 9, 1 изнаночная. И 11 прибавлять. Сами можете уже на какую ширину рассчитываете не сделать. Вот я думаю, очень красивый узор. Можете посмотреть в моих мастер-классах. Я там давала сарафанчик розовый, вязала своей внучке. Очень красиво смотрится, модненький, теплый. И там точно такая юбка плиссе в этом сарафанчике. Можете посмотреть. Так, вот на сегодня все. Спасибо за внимание. Благодарю, что заходите на мой канал. Пожалуйста, подписывайтесь. Этим вы поддержите мой канал. Он открыт недавно. Всего хорошего. Благодарю еще раз за внимание. До новых встреч. До свидания.